Всем привет! Сегодня я сделаю обзор на три новых трамвая на Гатинске. Погнали! Начнем с трамвая LM99. Это уже первый новый трамвай. А планирую сделать 6-7. Вот, сам выглядит LM. Бортовой номер 3032. Самый первый LM у меня имел бортовой номер 3030. Сам он так вот выглядит. Второй трамвай 71-405-08, московский, фотограф от Татры, сама вот такая покраска, вот так он сам, в принципе, выглядит. И еще один новый трамвай LM68M из Петербурга, делал вот такой покраски, также такой же пантограф. Ну вот сами все эти три трамвая. Спасибо за просмотр. Всем пока!